Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Сегодня мы с Юлей покажем вам упражнения с ленточными эспандерами, которые позволят вам укрепить мышцы, улучшить осанку, ускорить сжигание жира. Мы покажем вам три упражнения для мужчин, а затем и три упражнения для девушек. С помощью ленточных эспандеров вы можете поддержать свою форму в поездке. Вы можете поддерживать форму, когда у вас нет возможности посещать тренажерный зал. Но если вы будете чередовать тренировку в зале с дополнительным тренингом в домашних условиях с ленточными эспандерами, то можно уже говорить об увеличении роста мышечной массы, потому что вспомогательные тренировки будут чередоваться с тяжелыми силовыми тренировками в зале, а вспомогательный тренинг идет как подсобные упражнения, то есть вы дополнительно наращиваете ваши мышцы за счет чередования легких и тяжелых нагрузок. Профессор Платонов доказал, что спортсмены, которые чередуют тяжелые и легкие тренировки, они растут быстрее и больше, чем спортсмены, которые делают только тяжелые тренировки. Но специально идти в зал, чтобы сделать легкую тренировку, не будешь, а вот дома с ленточными эспандерами это вполне реально. И мы посмотрим, как сделать базовые упражнения в легкой форме именно с такими ленточными эспандерами сейчас. Начнем с отжимания от пола. Отжимание хорошее упражнение, но у него есть большая проблема. Нагрузка недостаточна. Отжиманиями не заменишь жим лежа или отжимание на брусьях, если не использовать дополнительное отягощение. Вот оно. Оборачиваем его вокруг руки. Продеваем сюда вторую руку. Заводим за спину. Мы уже видим, даже без отжиманий, что идет хорошая нагрузка на грудные мышцы. Это может быть разминочным упражнением. Просто жим эспандера перед собой. Также это может быть упражнением для пожилых людей, для девушек, для детей, кто только начинает тренировки. Жим эспандера. Но если мы совместим это с отжиманиями от пола, мы получаем уже большую нагрузку. Становимся в упор лежа и чувствуем, насколько тяжелее стало выполнять обычное отжимание. Нагрузка гораздо больше, чем от обычных отжиманий от пола. Если рост мышц, если вы начнете тренироваться отжиманиями от пола, скоро прекратится, и работа на силу превратится в работу на количество повторений, на выносливость, то, увеличив нагрузку, вы снова заставите ваши мышцы расти. Попробуйте сами, это намного сложнее, чем отжиматься без дополнительного отягощения. Если, например, я могу отжаться от пола 50 раз, с ленточным эспандером я отожмусь в два раза меньше количества повторений. А это говорит о увеличении эффективности для большей гипертрофии грудных мышц. Упражнение «Становая тяга» укрепляет мышцы спины и улучшает осанку. Все дамочки будут вашими. Берем, складываем в два раза самый мощный резиновый эспандер и наступаем на него ногами. Разводим ноги пошире, будет еще сложнее. И выполняем упражнение. Наклон со сгибанием ног, выпрямление. Наклон со сгибанием ног, выпрямление. Как это будет выглядеть при виде сбоку? Наклон, выпрямление. Чтобы заставить ваши мышцы лучше расти, а жир лучше сжигаться, нужно повысить уровень тестостерона. Как это сделать натурально, без применения какой-то вредной химии? Чтобы ваш организм производил больше тестостерона, на что нужно? Правильно, метаболический всплеск. Что вызывает этот всплеск? Любые упражнения, но больше всего базовые упражнения, которые работают на ноги. Например, присед. Как сделать присед? С помощью такого вот эспандера. Начинаем как становое, только это будет больше не наклон, а движение, построенное на приседании. То есть отводим таз назад и садимся. Вот. Увеличиваем натяжечку. Увеличивается сложность.
больше тестостерона, это мы создаем отличную профилактику импотенции, простатита. Просто мышцы начинают расти больше, аппетит становится лучше. Поэтому приседайте, а потом освоим приседания с выпрыгиванием. Что еще эффективнее? Постепенно все ниже и ниже делаем. А как увеличить метаболический всплеск еще больше? Нужно сделать присед с выпрыгиванием. Присел и подпрыгнул. Присел и прыжок. Присел и прыжок. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть спереди. Свели лопатки, подняли голову, отвели таз назад, глубокий присед и выпрыгивание. И выпрыгивание. И выпрыгивание. Сделав 3 подхода, хотя бы по 10-12 выпрыгиваний, вы создадите существенный метаболический всплеск. Приобрести ленточные спандеры вы можете в интернет-магазине benforpower.ru. Ссылка в описании к видео. Бывают такие ситуации, когда нет возможности ходить в зал. Возможно, после родовой период, или нет времени, и работы допоздна. И если нет возможности ходить в тренажерный зал, можно достаточно эффективно поддерживать свою форму в домашних условиях. Сейчас существует большой выбор ленточных экспандеров, благодаря которым можно оставаться красивой, женственной, эффектной и с прекрасной фигурой. Сейчас я покажу вам 3 достаточно эффективных упражнения. Очень много девушек хотят красивые ягодичные мышцы, это естественно, но не все девушки понимают, как их сделать, тем более в домашних условиях. И сейчас я помогу вам с этим. Сейчас мы рассмотрим эффективное упражнение для ягодичных мышц. Это упражнение мне эффективнее выполнять в обуви, но вы можете по желанию выбирать, как нравится больше вам. Возьмите ленты в руки, закрепите на своей ступне и занимайте исходное положение на четвереньках. Старайтесь толкать ногу назад, а не вверх, чтобы эспандер не соскальзывал с вашей ноги. Носок направлен вниз к полу. Старайтесь за этим следить. Следующее упражнение улучшает осанку и укрепляет мышцы спины. Укрепляет ваш мышечный корсет. Это полезно для того, чтобы у вас красиво выглядела спина и вы выглядели изящно и женственно. Садимся прямо, ноги чуть согнуты, как вам удобно, либо полностью прямые. И начинаем натягивать ленты, ощущая натяжение в зоне лопатки. Грудь стараемся держать повыше, подбородок поднимаем вверх. Притягивая ленту к себе, сводите лопатки. Притягивая к себе ленту, мы делаем выдох. Отпуская ленту, выдыхаем. У многих девушек задняя поверхность руки достаточно большая проблема. Стесняемся носить открытые майки, платья и так далее. С этим тоже можно бороться. Становимся на наш эспандер ногами. Ноги на ширине плеч приблизительно. Затем в наклоне начинаем выполнять разгибание рук в медленном темпе. Ноги слегка сгибаем в коленях. Поднимаем локти вверх и начинаем разгибать руки. Наклон достаточно низко у нас. Разгибаем руки, ощущая нагрузку в районе трицепса. Надеемся, эти упражнения принесут вам пользу. Подписывайтесь на канал и всего вам доброго, друзья! Друзья, приобрести комплект ленточных экспандеров по суперцене, самая низкая цена в России, вы можете в интернет-магазине benforpower.ru. Ссылка в описании к видео.